трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Совместное предприятие General Motors «АвтоВАЗ» отзывает почти 3000 автомобилей «Шевроле Нива», выпущенных в ноябре 2016 года. Причина – негерметичность топливных баков, которые необходимо заменить. Дилеры завода обещают сделать это бесплатно. ВИН-коды отзываемых машин размещены на сайте Росстандарта. Трасса 101. Госдума планирует предусмотреть ответственность для водителей, устраивающих гонки в населенных пунктах. Наказывать их предлагается либо как пьяных за рулем, либо как хулиганов. Также есть идея конфискации транспортных средств. В то же время некоторые депутаты выступают за организацию закрытых площадок для стритрейсеров. Трасса 101. В России неожиданно стали открываться новые автосалоны. Такого не было с 2014 года. С начала 2017 число дилерских центров выросло на 17 до 3530. Больше всего точек по продаже новых авто у «АвтоВАЗа». Далее идут «Киа» и «Хёнде». Также в топ-10 «УАЗ», «Рено», «Дженерал Моторс АвтоВАЗ», «Ниссан», «Лифан», «Фольксваген» и «Шкода». Компания Ford в ходе опроса выяснила, что каждый третий российский водитель засыпал за рулем во время движения. Каждый десятый из них заявил, что просыпался уже после ДТП, столкновения или вылета с дороги. Самый распространенный способ борьбы с сонливостью респондентов – остановиться и прикорнуть на полчаса. Также популярны громкая музыка и напитки – чай, кофе или энергетики. Трасса 101. Москвичи и гости столицы в следующем году получат возможность передвигаться по городу на электрических автобусах. Такие машины тестируются там уже сейчас, но без пассажиров. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, через 3 года власти Первопрестольной начнут закупать автобусы только на электротяге. Трасса 101. Великобритания присоединилась к ряду европейских стран, которые планируют запретить эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания. На Туманном Альбионе это должно свершиться в 2040 году. Главный аргумент – рост числа заболеваний, вызываемых у людей загрязненным автомобильными выхлопами воздухом. В прошлом году бюджет страны потерял из-за этого, если перевести сумму в доллары, 3,5 миллиарда. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.